Рада бринчилардан бўлиб мазкур юнолишда иш бошлаган эстетик косметология ва медицина клиникаси бугун мазкур юнолишда илғорлардан саналади. Клиника ўз соҳасида етакчи клиникалар ва тажрибали мутахассислар билан ҳам яқин ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйган. Бугунги кунда нафақат бутун дунёда, балки Ўзбекистонда ҳам медицинанинг пластик жарроҳлик юнолиши жуда ҳам жадал суръатда ривожланмоқда. Biz Buxoro shahrida joylashgan KMC, ya'ni Center of Aesthetic Medicine and Cosmetology klinikamizda ko'p chet eldan mutaxassislar chaqirib, albatta ular bilan fikr almashib, bilim almashib, albatta amaliyotlarni o'tab ishlashga harakat qilamiz. Chunki bugungi kunda meditsina kutib turmaydi bir joyda. Sekundiga, har bir sekundda yangi qanaqadir metod, qanaqadir amaliyotlar albatta joriy etiladi. Buxoroda bizning klinikamizda plastik jarrohlikning hamma turlari bo'yicha amaliyotlar qo'llanib kelinmoqda, lekin eng ko'p qilinadigan operatsiyalar albatta bor. Bular blefaroplastika, qovoqlar plastikasi, otoplastika, quloq plastikasi, abdominoplastika, qorin plastikasi, mamoplastika, ko'krak plastikalari. Ko'p qilinadi endi bu. Kuni kecha klinikaga tashrif buyurgan asli o'zbekistonlik, bugungi kunda dunyoning yetakchi plastik jarrohlardan biri sanalgan Timur Haydarov bilan uchrashuv davomida hamkorlik yo'nalishida ham o'zaro kelishuvlar muhokama etildi. Мне нравится то, что политика вообще государства, политика именно руководства институтов направлена на развитие, чтобы молодежь развивалась, новые технологии. Вот, самое главное все для пациентов, для того, чтобы максимально повысить уровень именно услуг медицинской сферы. Перспективы хорошие, нужно развиваться. В принципе, мы для этого сюда и приехали. Немножко поделиться знаниями, вот, посмотреть на ваших ребят, как они работают. Какие-то советы, какие-то, не знаю, наработки покажем. Возможно, мы будем по, как говорится, обмену опытом забирать ваших ребят к нам на базу в Москву. Там недельные курсы, 10-дневные. И вот периодически они будут прилетать. Так будет проще. Нежели, потому что там действительно большой поток пациентов. Так сложилось то, что я один из востребованных специалистов на сегодняшний день, и там очередь у нас 1,5-2 года на операцию. Шунингдек, таныклы мутахассис бир нечто мижозларга